В рамках тренировок сотрудники МЧС выполняли спуски по веревке с применением спускового устройства с борта вертолета. Всего в сборах было задействовано более 100 человек, как опытные спасатели, так и новички. Спуски выполняли с высоты 10 и 30 метров. Отрабатывали десантирование на сухой участок русла реки, а также подъем пострадавшего в носилках на борт воздушного судна.